театре драмы открылась выставка картин. Ее авторы – сестры Цехмистер. Молодые художницы, похожи внешне, причем они даже пишут одни и те же пейзажи, только в разных техниках. Татьяна акварелью, Дина пастелью. И не любят, когда их сравнивают. Мы близкие, мы родные, но мы очень разные. И несмотря на то, что мы обе занимаемся творчеством, как можно увидеть на этой выставке, и не только, наши работы очень-очень разные. На их полотнах природа Тюмени, Крыма, Пскова и Тулы. Впрочем, сами сестры признаются, это выставка не только картин, но и ощущений. Проходя мимо полотен, можно почувствовать жару летнего дня и даже услышать скрип свежего снега. Вода лучше всего передает ощущение звука. Именно поэтому акварель настолько музыкальна. Именно поэтому с работ мы слышим звук листвы, шебуршание листьев, плеск воды, скрип снега и так далее и тому подобное. Всего на выставке более 100 работ. Посмотреть их можно до конца декабря.